А теперь о безопасности на автомобильных дорогах. 1 октября будет сдан наземный пешеходный переход на Марпасадском шоссе в Чебоксарах. Об этом глава администрации столицы Алексей Ладыков сообщил в своем аккаунте в Инстаграме. Глава администрации провел на месте строительства выездное совещание. Сейчас на объекте утепляют лифтовую шахту, обустраивают фасад перехода и проводят внутреннее освещение. Наземный пешеходный переход будет состоять из двухпролетного пешеходного моста, опирающегося на колонны и лестнично-лифтовых блоков. Общая длина 48 метров, ширина основной зоны пешеходного движения 3 метра. Для инвалидов предусмотрен лифт. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию затянулись, отметил Алексей Ладыков. Скоро завершится строительство наземного пешеходного перехода на Марпасадском шоссе. Подрядчик обещал в срок до 1 октября сдать объект, сообщается в Инстаграме.